Скорее, мой муж идет. Если он тебя здесь поймает, он убьет нас обоих. Как я выгляжу? Закрой лицо. Только не ты. А ты откуда здесь взялся? Я знал, что не могу тебе доверять. Я тебя знаю. Я украл у тебя ребенка, Дайкини, пока ты писал. Прикрой лицо. У тебя полно брауни. Я ненавижу брауни. Где он? Привет, дорогой. Где он? Здесь со мной никого нет. Я убью его. Только моя кузина, Хильда. Хильда? Хильда? Это мой муж, Лаг. Да, большой муж, здравствуйте. Хильда, ну уже, девочка, не стесняйся. Эй, отдай ее. Из гномов получаются такие плохие няньки. Няньки? Они слишком волнуются. Простите, у нас что, вечеринка? Прекратите. Ну уже покажи, на что способен, давай. Хочешь еще ребеночка? Соблазнительное предложение, но нет. Спасибо, но мне пора. Пока, Хильда. А ну шевелитесь, выходите. Покажите всех детей. Вон тот ребенок. Покажите его руку. Это не он. Ты! Ты мать этого ребенка? Да, это я. Покажи его. Нет, нет, не давай ей его. Я тебе приказала, женщина. Ты прекрасна. А ты очень сильная. Спасибо. Ты не женщина. Не женщина? Дорогой, успокойся. Господа, не женщина. Джентльмен, это Лак.